Где мои тут красавицы? Где мои тут красавицы? Где мои красотульки? Привет, мои хорошие. Ну, я на работе, конечно. Хотела ей сделать сюрприз. Я все сделала. Думаю, ну ладно, сколько там осталось у меня? Полчаса. Поглажу ей быстренько. Она пошла за детьми. Думаю, с вами хоть поговорю, потом времени не будет. Вы знаете завтра? Нет, ну вы знаете завтра? Какой день? Ну я не знаю, я вам говорила завтра какой день или нет? Или вы знаете? Ну есть люди, что знают, есть люди, что не знают. Не, ну надо же тебе такое, девочки, мальчики. Ну вы знаете, ну я за себя не радуюсь. Ну вы знаете завтра какой день? Ну блин, ну это ж такое, ну... Ну, надо ж тебе. Рассказываю. Раз, два, три. Начинаем. Мои хорошие, так завтра у меня и у Беляша день рождения. Так, надо придумать Беляшу. Фото сделать, мамочке послать. Мамочку с утра поцеловать. Сказать, здравствуй, мамочка, мне уже годик. В общем, так представляете, да? И завтра у меня день рождения. Мой муж уже, что тебе купить, что тебе купить? А как что купить? Чё спрашиваешь? Пошел сделать сюрприз, да? Если скажу, стриптизера подари, подаришь? Что купить? Купи мне билет, поеду в Дубай. Абу-Даби, Дубай. Что купить, что купить? Духи не хочу, золото не хочу, золото не хочу, бриллиант не хочу, туфли не хочу, сумку не хочу, часы не хочу, кольцо не хочу. Что хочу? Ничего не хочу. Отель не хочу. Не знаю. Что надо? Ничего не хочу. А на самом деле я бы хотела хотя бы на пару дней в Параисо. Поехать в такое красивое место, где вот именно как, не знаю, что красиво было, цветы, птички, тигры, львы. Вот такое что-то. Ну, Беляшу у меня что? Подарок. Конечно, мышки. Я ему с утра подарю. Что еще подарю Беляшу? В следующий раз я ему уже куплю этот что-нибудь. Игровой комплекс поменяю. Да, еще что-то. А пока завтра это. Мышек. Наверное, две мышек подарю, с утра скажу. Хрум-хрум. А и, конечно, купила мячики. Хотела ночью, но ночью, думаю, будут бум-бум. Будут они ночью там стрелять. Да. Ой, боже, он сегодня 5 утра что мне сделал? Я не встаю, я не встаю. Он как линз, вот именно как рысь вот так сделал. Бах, как мне на ноги даст. Я как заору. Думаю, соседи скажут, эта женщина что, дура, что ли. Так что завтра наш день рождения. Постараюсь ловить красивое фото с Беляшом. А еще, мои хорошие, поймала, кто мои тапочки грызет. Я все время, Микки, 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 не грызи мои тапочки. Я уже сколько тапочек резиновых поменяла. Да. А это я лежу и слышу. Я такая, Микки! Смотрю, это не Микки. Сейчас видео кину, узнаете, кто это. Я была в шоке. В общем, жарко у нас, очень жарко.
И еще я вам покажу. Ай, у меня палец еще этот, блин, только что больно сделала. Еще опухшая, да. Сняла бинт, потому что хорошо, хоть мужу по башке не дала. Бо еще и пришлось бы написать на меня, наверное. Жена решила мужу. Что хотела сказать? Это... Блин, мозгов не осталось у меня. А, китайский продукт купила. Я думала, что вот купила мосс и вот это мыло, что лицо хорошо мою щеткой. Фирмы Clarins. Clarins. 40 евро стоит. Ну, чищу лицо каждый день. Никакого ощущения, да, вот как бы гидратацион. Ну, гидратацион, как можно сказать. Ой, Алина, какая ты дура. Ну, лицо освежает, лицо, что там делает, освежает лицо, увлажняет и так далее. 40 евро, да, стоит. А вот это корейский даже, не китайский, корейский, извините, за 4 евро алоэ вера вместе с щеткой. Когда сделала, мне больше понравилось, потому что... Я почувствовала, как кожа моя дышит. Я отдельно сниму вам видео. Мне очень понравилось, у меня аж кожа начала дышать. В общем, постараюсь сейчас концентрироваться на работе и выйти. Потом встретимся. Да, я вас всех люблю, чмоку, сейчас палец покажу. Вот, смотрите. Все-таки видно, да? Ну, в общем, толстый, да. Проходит. Делаю все эти маски. Я всех люблю и всех пока-пока. Думала, что это собака мои тапочки ест. Посмотрите, кто мои тапочки резиновые портит. Вот и поймала. А я всегда Микки ругаю. Смотрите. Ты что делаешь, собака ты? Лео! Ах ты зараза, ты делай тапочки шире.